Снегоходы хорошо, а вот самолеты лучше. Авиапарк Нарьянмарского авиаотряда пополнится двумя самолетами ТВС-2МС. Это модернизированная разновидность бессменной Аннушки. Предприятие планирует приобрести самолеты в лизинг на 7 лет. Цена одной такой машины составляет 81 миллион рублей. Для первоначального взноса по договору лизинга предприятие получит из окружной казны 75 миллионов рублей в качестве бюджетных инвестиций. Общая стоимость двух машин с учетом лизинговых платежей оценивается в 188 миллионов рублей. Первый прототип Ан-2 был поднят в небо почти 70 лет назад. Серийное производство стартовало в далеком 49-м году. За эти годы кукурузник, будучи простым в эксплуатации, пригодным для работы с неподготовленных грунтовых площадок и обладая малым разбегом и пробегом, стал незаменим для работ на территориях Сибири и Крайнего Севера. В Нарьянмарском авиаотряде сейчас эксплуатируется 6 «Аннушек». В скором времени в семействе легендарных самолетов заполярной столицы ожидается пополнение. В лизинг планируется приобрести два самолета – ТВС-2МС. Это обновленная разновидность Ан-2. Самолет Ан-2, буквально перенес второе рождение. Его оснастили конкурентным двигателем американского производства компании Honeywell Aerospace. Замена старого поршневого двигателя на газотурбинный дает дополнительную экономию. Ведь с дорогостоящего иностранного бензина можно будет перейти на более дешевый авиационный керосин. Стоимость его почти в 2,5 раза ниже. Есть плюсы и для пассажиров. Самолет будет более комфортный для пассажиров, меньше вибраций за счет нового двигателя, более теплый, тепло в нем будет лететь в зимний период. Я думаю, будет более комфортно, и пассажиры будут более довольны. Тем более летит он с большей скоростью, и время в пути будет уменьшаться. Скорость преобразованной «Аннушки» 210 км в час, у старых моделей 180. За счет увеличения скорости сократится время в пути, например, до Каратайки и обратно на 20 минут. Покупка новых самолетов планируется в конце года по договорам лизинга. Для этого власти региона намерены внести в уставной капитал Нарьянмарского объединенного авиаотряда 75 миллионов рублей в качестве бюджетных инвестиций. Эти деньги будут направлены на первый взнос по договору лизинга. Алена Валей, Любовь Пермякова, Леонид Шишилов, телеканал «Север».